Это канал «Жизнь с нуля», с вами автор и ведущий канала Вячеслав. Вот, приехал я с дел рабочих, вот. Ну и семья попросила немножко праздника. Всего организовать. И мы жарим курочку. При жарке мяса это его периодически поливать, чтобы оно было не сильно сухим в итоге. Вот, и поэтому соус, который у нас есть, мы его будем использовать в качестве обливающего соуса. Вот так, надо как-то это все дело организовать, чтобы оно не упало. Да, так, наверное. Вот так, наверное, да. Вот. Сейчас мы это все польем. Активно у нас два тазика такой. Да. На жареху. Вот. Потому что... в основном угли с этого, с груши, а фруктовые угли для шашлыка — это самое-самое-самое, что нужно. Это просто шик с отлетом. Жаль, что видео не передает запахи. Варили, а теперь мы ударим по клубнике. Смотрите, какая красота! И это все спеет. Супер! Я понимаю, что я показываю дурной пример. Но не могу удержаться. И ем клубнику прямо с грядки. Видите, какая красота. Посмотрим. Здесь я с краю было больше всего. Да. Да-да-да. И здесь просто море. Вот такое стоит выращивать. Никакая прелесть. Смотрите, какая красота. Супер. Вот это вещь. Хорошо, что я не стал ее пересаживать. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Это. Просто что-то с чем-то. Какая штука. Прелесть. Как в детстве. Вот эту ягоду, я думаю, стоит размножать. Я давно об этом думаю. Ради таких ягод стоит содержать большую дачу. Смотрите, какая вещь. О, у нас многоразовая клубника, она поменьше. Вкус у нее немножко другой, но
она спеет, перемножается до самых холодов. Делаю для брудера большого. Сейчас буду его делать. Вот. Вот надо будет сконструировать как-то так, чтобы всего хватало.